В гости к ученикам 2 А и 2 В пришли инспекторы ДПС Денис Добренков и Сергей Радченков. На внеклассном уроке завязалась живая беседа. Дети были отнюдь не пассивными зрителями. Они наперебой рассказывали правила дорожного движения, вспомнили об истории светофора, посмотрели отрывки мультфильма, во время физкультурной паузы поиграли, ответили на сложные вопросы учителя. Переходите улицу при зеленом свете. Перебегайте улицу перед транспортом. Гости выступили перед ребятами, напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и ответили на вопросы детворы. Надеемся, что практические советы еще раз подскажут детям, как действовать в той или иной ситуации на дороге. И, возможно, уберегут их жизнь и здоровье. В Десногорске в текущем году 5 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. И 2 из них – ученики младших классов первой школы.